Эту решетку от плиты мыли, наверное, в прошлом столетии. Ну, потому что выглядит она, как и сама плита, просто отвратительно. Засохший многогодовой жир. Я решила попробовать с этим наконец-то покончить. И воспользуюсь необычным легким лайфхаком для того, чтобы все это очистить за минуту. Мне понадобится кислородный очиститель Клинеру 2. Горячая, но не кипяченая вода. Я докипятила примерно до 90 градусов. А еще понадобится любая небольшая емкость. Насыпаю в емкость порошок и заливаю горячей водой. Сразу идет реакция, и все бурлит. Этим необычным раствором я и буду очищать плиту. Для начала снимаю решетку. Плиту никак не подготавливаю. Просто опускаю чистую губку в этот раствор и все протираю. Я даже не давлю сильно на губку, а загрязнения отходят сами собой. Все, что мне остается дальше, это все протереть сухой салфеткой. Точно так же я очищаю решетку. Окунаю чистую губку в раствор и протираю полностью решетку. Чтобы грязь отходила легче, ее можно также замочить в этом растворе. Хоть и жир тут многовековой, все отходит достаточно легко. Я до сих пор не верю, что у меня скоро будет нормальная решетка. И результат выходит просто потрясный. Вот так шикарно стала выглядеть плита. Здесь нет никаких пятен. И давайте посмотрим наглядно в сравнении, что изменилось. Мне кажется, плита стала даже посветлее. С решетки тоже ушел весь этот ужасный нагар и жир. И вы просто посмотрите на это нереальное до-после. Слева результат до, и здесь решетка даже не черная. А сейчас она наконец-то приобрела матовый черный цвет. В очищении мне помог кислородный пятновыводитель Клинер О2. И с помощью этого одного средства можно очистить не только решетку, но и полностью всю кухню. Но артикул на средство в описании.